Ночью мне приснился безумный сон о девушке, которая превратилась в лебедя. Только любовь может разрушить злые чары, но принц влюбляется в другую, и она убивает себя. Он обещал больше задействовать меня в этом сезоне. Ему следует это сделать. Ты самая старательная танцовщица в труппе. Наша королева лебедей – изысканная Нина Сейерс. Когда я смотрю на тебя, я вижу только белую лебедь. Красивую, но робкую. А вот черная лебедь... Я могу танцевать и черную лебедь. Я хочу видеть страсть. Соблазни нас. Давай, еще, давай. Ярче. Я хотел посмотреть, как она двигается. Чувственно. Она не имитирует это. Думаю, ты будешь восхитительна. Почувствуй мое прикосновение, ответь на него. Он сказал, у вас проблемы. Почему он говорил с тобой? Тебе надо расслабиться. Как ты эту роль получила? Не упусти свой шанс, Нина! Что она тут делает? Она преследует меня. Никто тебя не преследует. Эта роль уничтожает тебя. Только один человек мешает тебе, ты сама. Что стало с моей милой девочкой? Ее больше